Польшу поехал? Если приблизить немного, то что-то будет видно. Встречу организовать, потому что он уезжает, короче, 1 сентября в универ. Не шута. Ну да, а Платош приезжает только, считай, вот 30 августа, да. И все, Миша там будет учиться. Все, ну, не приедет в Тольятти. Ну нет, он только на каникулы будет приезжать. Вот зима, да, конечно. Всегда вот такая была реклама, ну, по бокам. Да это не реклама, это что, реклама? Я тогда в детстве, да реклама, конечно, не любил садиться туда, куда вот эта вот реклама, когда все стекло, типа ничего не видно. Распалась у них, наверное, компания. Ну, и ты один остался. В смысле, один остался, перестал с людьми с этим общаться? Ну, либо они с ним стали, перестали общаться, либо что-то, может, поругались, не знаю. А, то есть не общаются, да, все? Понятно. Грязное вот это стекло в отпечатках. Да. Я просто интересно, какой у него звук.
такой же, как у этого, обычных зил. Тогда смысл. АХСМ. Thank you.
машина чуть аварию не сделала. Там другой был перепутан. Фух, блин, вот это мы удачно.